Что это у тебя такое? Скитизы, да? Только всё. И что они сделали? Копеечки. Копеечки принесли? А сколько там копеечек? Много. Много копеечек? Да. И что ты будешь с этими копеечками делать? Домик складывать. В домик будешь складывать? Это какая дырка. Да, как раз, чтобы туда копеечки складывать, да? Туда. Да? Ну давай. Это какая дырка. Да, будешь складывать копеечки? Да. Ну давай, складывай. Смотрите. Вот как ты будешь так вот брать копеечку, да? Да. И давай мы вот так вот домик поставим. Да. Чтобы удобно было складывать, да? Да. Удобно складывать? Mm-mm. Неудобно? Повернуть? Mm-hmm. Ну давай повернем. Вот так удобно? Да. У тебя в домике много уже денежки? Да. Много? Да. И сколько же тебе тут стикизы принесли копеечек? Много. Много? Да. О, какие они молодцы. А кто тут есть? Ты их по именам знаешь? Mm-mm. Я смотрю, тут есть какой-то котик есть, барашек есть, да? Да. Зайчик есть. Рыбка есть, зайчик есть, да? Поросенок есть. Вот еще какие-то товарищи есть, да? Да. Это они тебе все копеечки принесли, да? Да. А где же они их взяли? Там. Где? Там. Там? Да. На улице собрали? Да. На улице собрали, да? Да. Теперь единички. Я да. Единичку держу. Дедушка складывала. Единичку не складывала, нет? Складывала. Складывала. Вот видишь, какие они хорошие, да? Да, вот этот. Да? Вот а этот. Может, они в метро их собирали? Да. В метро собирали денежки эти, да? Да. И как, они ходили по метро, пели песни и собирали денежки? Да. Да? Алена? Да. Да? Ой, упал. Ой, упал, да? Да, нет. Не? Ой, еще один упал. Еще ой, один. Постой. Вот это они просто после метро как ходили, устали, теперь падают, да? Да. Я собрала. Да. Да? Еще копеечки. Ну вот, надо стикизам сказать, чтобы они еще тебе копеечек принесли. Еще копеечки, еще. Еще? Да. Ну не так. А, ладно, пойдем мы собирать и дальше копеечки, да?